относительно вознаграждения будущего мира. Что можно сказать людям, широкой аудитории, относительно будущего мира? В чем вознаграждение будущего мира? Я думаю, что можно все. У меня есть опыт только с учениками, которые сидят передо мной утром и днем. Но и тем и другим можно сказать, что нечего скрывать. Нечего скрывать, только вопрос, можем ли мы объяснить так, чтобы у них была теория для действия, практическая методика, чтобы они ее реализовали и добились успеха. Да? Что такое вознаграждение в будущем мире? Вознаграждение в будущем мире — это что, кроме того, что человек получает сейчас какое-то вознаграждение, у него есть также какое-то вознаграждение в будущем мире, на будущее. А когда это будущее? Когда это будущее, когда вознаграждение после смерти, до смерти? На самом деле это не очень важно. Ну, допустим, после того, как он умер. Так что я обещаю человеку после смерти? Что произойдет? Что его ждет какое-то вознаграждение. Где ждет его вознаграждение? Где? В будущем мире. Но это то, что все религии рассказывали на протяжении всей истории. Мы для этого не нужны. Да. У нас есть наука Каббала, наука истины, которая выясняет внутреннюю часть всех понятий и самой сути. Если войти в это глубже и понимать, то уже думаем по-другому о таком вознаграждении, как вознаграждение будущего мира. Да. Вторая ступень существования этого мира. У нас есть этот мир, и есть еще ступень, более высокое будущее мир. То есть это прояснение внутренней сути вещей моим маленьким разумом, кажется, противоречит общепринятому пониманию вознаграждения будущего мира. Да. Так как Бааль Сулам говорит, что нужно воспользоваться этим, нужно добавить здесь честь индивидуума и вознаграждение будущего мира. Поэтому, я говорю, что тут можно объяснить обычным образом то, что люди думают. Этот мир, то, что мы, люди живут физически, а будущий мир, когда мы умираем, мы чувствуем уже реальность душой. Можно этим воспользоваться. Да. То есть каббалист знает истину, знает суть вещей и то, что он рассказывает широкой аудитории об этом, это верно? Да. Как бы ни было, так на практике мы и делаем. И так весь мир уже понимает. Идти отменить мнение всех, это у нас не принято.